Всем привет, с вами Вован, и сегодня мы поработаем на благо обществу. Мы будем проходить задания, связанные с помощью людям. Водитель такси, скорая помощь и доставка еды. Тачки на запчасти нам еще недоступны, полицейских еще нету. Видимо, обновления не было. Вызываем нашу машину. ББМчик у нас сегодня отдыхает. Пока попробуем. На что она способна. Скорость у нее, конечно, невелика. Но так она ничего выглядит, конечно. Pride P3 нормально. Пойдет, пойдет. Но скорость вообще ни о чем. Ни о чем. Что ж, начнем мы с водителя такси. Посмотрим, что там у нас. А, можно на своей машине. Отлично, отлично. Тогда надо было ББМ брать. Ну ладно. Подвезем несколько деньжат, подзаработаем. Давай, садись к нам. Мы тебя не обидим. Мы же свинья. Расскажите, как у вас дела? Хорошо ли вам в этом городе живется? Все ли в порядке? Никто не обижает. Смотрите, я готов спасти любого человека. Все. Вываливайся из моей машины. Так, следующий пассажир. Быстрая, быстрая поездка, могла бы и пешком дойти, конечно. Ну, деньги нам не лишние, 800 баксов за такси платить, это... Мне кажется, это вообще... Это какое такси должно быть? Ракета за тобой прилететь? Так, товарищ полицейский, присаживайтесь, надеюсь, вы меня не узнаете. Поедем, понарушаем. Если мы кого-нибудь задавим, интересно, вы меня арестуете или нет? Или вам не до этого? Вы не при исполнении? Может, я вас сейчас случайно в воду уроню? Ну ладно, мы против вас ничего не имеем, поэтому идите куда шли. Мы с вами еще встретимся, я думаю. Так, третий пассажир. Кто у нас на этом будет? Наверное, бандиты. Но бандиты по-любому должны быть. Они же тоже люди, им же тоже ездить надо. Нет, просто какая-то женщина молодая. Саживайся. Вон еще ее клон идет. Может, сестра сводная. Ой, близняшка кто там. Близнец. Ну, думаю, друг друга они не узнают. Давай, давай, проезжай. Все. Тоже выходи отсюда. Поговорили, хватит так. Четвертый пассажир. На этот раз нам попадется мужчина какой-нибудь. Да, о, бунтарь. Ну давай, присаживайся, бунтарь. На таких машинах тебя еще не возили, наверное. Мы с тобой тоже встретимся, я думаю, скоро. Потому что я с вами часто взаимодействую, ребята. То с одними, то с другими, то с третьими. Нет, я вообще сам по себе, я свин. Таких, как я, нету в этом городе, как своеобразный Бэтмен в маске свиньи. Еще один бунтарь. И, наверное, на этом закончим и подвозить ребят. Потому что это занятие, конечно, может и приносит денег, но... Маленько оно надоедает. Давайте следующее. Скорая помощь. Отменяем. О, еще один бомбило тут встал. Так, пойдемте возьмем скорую помощь. Я думаю, достаточно будет пятерых подлечить, подвести. Моя любимая цифра. Оплата, конечно, невысокая здесь. Совсем. Ну вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Я же забыл, что хотел сказать. Но вот за доставку бургеров уже платят получше. Конечно. Если у кого-то есть терпение, или вообще делать нечего, то вы можете раз 500 подвести кого-нибудь, ой, бургеров разнести и получить маленько денег. Так, давайте спасем эту женщину. Нет, я не хочу принимать участие. Я спасаю людей, мне не до этого.
Да, быстрее, скорая помощь. Ей не нужна помощь. И куда ты пошла? Иди в больницу. Я тебе что, просто так подвез? Ладно, следующий. Следующий больной. Мистер Свин спешит на помощь. Давай, мистер Свин. Где-то там спрятался больной. Че ты на дороге стоишь? Ты вообще дома должен лежать, раз тебе плохо. Поехали. Не беспокойтесь, мы вас вовремя доставим, все будет с вами хорошо. Держитесь, держитесь. Так. Третий нам нужен клиент. Пациент. Мы даже как-то аккуратно ездим. Хотя вот я даже не задумывался, почему так. Ответственность за жизни людей, она такая. Нужно делать все аккуратно, чтобы никому не навредить. Мы даже по своей полосе едем. Айрана повернул, ладно. Здесь с рулем сейчас. Обгоняем. Поворачиваем резко. Оп. Оп, не врезаемся никуда. Здесь сигнал, кому сирена. Скорая помощь едет, пропустите всех. Разойдись, таксист. Ой, не туда, не туда. Ну ладно, так, сейчас заедем. Все, третий есть, еще двоих подвезем. Десяточку заработаем. Да, хорошая зарплата. Кто меня стреляет там, Извини, я хоть скорая помощь, но я такого не прощаю. Давай, Ярди. Ох ты какой хитрый, а. Ты что пытаешься сделать? Ну ты развернись, колымага. Сбей ты его уже. Потом поможем тебе. Вот тут больница рядом. Я аж потерял 30 секунд из-за него, ё-моё. Ладно, может успеем. Может и нет. Давай, давай, давай. Быстрее. Включай сигналку. Я мчу. К вам. 100 метров. 10, 9 секунд. Мой бандит, бандит. Тебе правда помощь? Ну садись быстрее, дай мне время. Все, отлично. Скорую помощь не видишь, что ли, а? Вот, ну, я, да. Вот так вот они все на дороге и делают. Никогда не пропустят больных. Людей, которые едут в больницу. Так. Почти на уцели. Все, последний. Ой! А я и думал, сбил его. Ну ладно. Последнего довезем и перейдем к следующему заданию. Присаживайтесь, мистер бандит. Бунтарь. Сот метров далековато. Так, что-то тут происходит. Кипиш. Мы никого не трогаем. Если нас не тронут. Пропусти. Ой, мужчина. А надо смотреть по сторонам, когда идешь. Ой, и вы тоже. Ночью на улице нельзя гулять. То вдруг свинья на скорой помощи проедет мимо вас. Да, далеко здесь у нас. Больница находится. Пока мы доедем, он там уже с ним все. Полиция тут еще. Полиция за скорой помощью ездила. Ну, удивительно. Вот какой-то, смотрите. Стоит. А я не знал о нем. Сейчас мы, кстати, посмотрим, сколько у него хп. Возьмем на заметку. Все, выходи. Давай, давай, шуруй отсюда. Все, мы спасли пятерых, как и планировали. Где он? Все, выходим. Пошли, посмотрим, что там у нас. По хпшке у нее. Вот у нас ждет уже доставка бургеров. 3500, нормально.
Так, ну все, берем мы следующее задание. Это у нас доставка еды. Биф-бургер. Я надеюсь, они бургеры из свинины не делают. Найти фургон. Так вот же есть. Чем мне его искать? Вот есть фургон, давай. Его возьмем. Че, он не подойдет, что ли? Не, подойдет, смотрите. Нормально. Сейчас посмотрим. Я, по-моему, еще не проходил ее ни разу. Ну, не возил бургеры. Хотя, или не помню. Посмотрим сейчас. Че нам тут скажут? Вот мы подъехали. Бургерные, давай нам еду. Поехали. 1,5 минуты. Ехать прилично. И нет указателя еще. Только так смотреть. Ну, значит так. По карте чисто. Тоже 5 заказов сделаем и пойдем отдыхать. Сегодня свин. Знатно поработал. Много профессий попробовал в своей жизни. Давай, бери заказ. Ну, тут что, подойти не можешь? Ты ближе... Ай, надо выйти, наверное. Ну давай, клиент. Кого? Ты что, считаешь, что я съел что-то? Ну, извини, мужик. Ты знаешь, как я с такими разговариваю. А он неубиваемый, смотрите. Ему вообще все равно. Ладно. Это только с теми, которые долю, у которых мы долю собираем. Мы можем их наказать, а эти у нас... Клиенты все-таки. Они всегда правы. Так, 18 секунд, я что-то слишком долго трещал, стоял. Давай, давайте мне заказ мой. Полицейский, иди отсюда. Ну вот, я сказал, иди. Ты вот не видишь, я еду. Куда ты идешь? Еще вас не хватало. Так, где там клиент? Так, женщина. Не знаю, каких тараканов. Я вот первый раз устроился, только вы мне тут каких-то тараканов приписываете. Я вам не знаю, могу вам вон хвостик свой положить. Да вообще, как бы, я вкусный. Так-то. Полицейский, что вам надо? Я, видите, работаю. Это был не я. Так, третий заказ. Сейчас возьмем. Денежек маленько подзаработали. Давай. Ну, эту девушку можно было не наказывать, в принципе, если у нее был неудачный опыт работы с этой компанией, то ее можно понять. Но если кто-то будет там что-то говорить не то, в мой адрес или что-то так, конечно, попробую с ними разобраться. Ну, походу, они бессмертные, потому что они съели супер биф-бургер, вкуснейший. Где там? Ты бы еще куда-нибудь спрятался там подальше. Так, выползай, свин. Ну? О, ты так, конечно, профессионал работает, ё-моё. Они не такие грубияны. Но это может быть пока. Всякие клиенты попадаются. Давай, поехали. Далековато у нас заказ. Почти весь город проехать надо. Ничего, проедем. Быстро работаем, оперативно. Даже стараемся не нарушать нигде ничего. Маленько там у нас был конфликт, конечно, с полицейским, но бывает, бывает. Так, мы сейчас вот тут вот так сократим, лучше, чем нам поворачивать там. По этим закоулкам ехать. Все прямо-прямо. Еще 2 клиента. Ну и все, в принципе, у нас, я думал. Нет, не набьем мы 1,3 миллиона. Ну, ладно. Ну, куда ты проехал-то? Вот не надо прятаться. Где я вас искать должен? Так, мужик, что ты хочешь от меня? Что ты мне скажешь? Чаевые давай. Когда-нибудь видел свинью? Снова опоздали, ненавязываю. Зачем ты заказываешь, а? Эх, живучий какой. Ну, подожди, а если так? Не, бесполезно. Бесполезно.
Не заказывай. Просто не заказывай и все. А вы что хотите? Дайте мне это поработать. Один заказ его остался. Целая толпа, две звезды. Ну ладно. Нам это не мешает. Вообще никак. Все, последний клиент. Полиции скроемся заодно. Полицейским бы я поработал, конечно, будет интересно. Так. Аккуратненько. Да, далекая доставка. И вот они, наверное, опять скажут, да, что вы опоздали туда-сюда. Я как бы не опоздал. Я вообще нормально приехал. Вовремя. Это вот, это придирчивые люди такие, их много у нас в жизни встречаются. К всякой фигне пристать. Сходи в магазин, купи себе котлету. Салат там, чё, лук, булочки. И сделай себе бургер, если это тебе не нравится. Умный, смотрю, самый. Давай, ты что скажешь? Спасибо, вот ваши деньги, красава. Вот это я понимаю, вот это женщина. Ну что ж, на этом все. Работайте, ребята. Это очень полезное дело. Женщина благодарна мне, видите. Я очень рад, что хоть кому-то был полезен сегодня. Всего хорошего вам. Подписывайтесь, ставьте лайки. Будем рады. Добавляйтесь, друзья. До новых встреч.